В Махачкале появился новый диализный центр, где смогут лечиться пациенты, страдающие хронической почечной недостаточностью. На торжественном открытии побывал премьер-министр Абдусамат Гамидов. После разрезания красной ленточки правительственная делегация ознакомилась с аппаратами, помещением и коллективом. Эверест создан для разгрузки существующих в столице отделений гемодиализа. Так, на сегодняшний день посещаемость клиники 150 человек. Центр одновременно может обслуживать около 300 пациентов. В нем функционируют 50 аппаратов искусственной почки. Ну а в начале следующего года подобный центр откроется в одном из горных районов республики. Нам глава республики неоднократно поручал: развивайте государственно-частное партнерство, но я вижу, в нашей республике вот чуть-чуть это очень слабо идет. Даже вот компания Митака, это английская компания, которая это все внедряет. Ну а почему бы его не внедрять в усиленном темпе по всей республике, где это есть необходимость?